Всем привет, дорогие друзья, с вами Неозар, и в данном видео я хочу вам рассказать о лучшем для меня магазине видеоигр, в котором я покупаю все свои видеоигры. Магазин называется Steam Buy. Steam Buy — это лучшие конкурсы, лучшие распродажи, лучшие подарки только для вас по самым выгодным ценам на сегодняшний день. Давайте просто сравним, например, возьмем игрушку Hitman и посмотрим, сколько она стоит в данном магазине. В данном магазине игрушка Hitman предзаказ стоит 995 рублей. Перейдем на сайт Steam и посмотрим, сколько стоит игрушка Hitman предзаказ в Steam. В Steam она стоит 1299 рублей. Я думаю, что разница очевидна. Всем советую данный магазин. Ссылочка на данный магазин будет под видео. Также не забывайте использовать промокод, который также будет под видео для дополнительной скидки. Всем спасибо. Всем привет, дорогие друзья. С вами канал Zar Best Game. Я Neozar. И это Far Cry Primal. Привет всем из Мезолита. Итак, мы продолжаем проходить нашу игрушку. Сейла. У тебя раны там зажили? Да, вроде как поправляешься. Отлично. Так, а это что у нас? О, шкура какая-то. Отдохнуть. Не, отдыхать нам рано еще. Пока здесь ничего не сделали, чтобы отдыхать. Так. Чего? Смарта тракатака? Я ни хера тебе не понимать. Так, а что у меня ничего нет-то? Чем биться-то? Дубинка. Ну. Во. Последняя дубинка. Вот так вот лучше будет. С дубинкой иди. Это место не для рыбалки. Мы уже поняли. Что нам нужно сделать-то? Давайте посмотрим по карте, что ли. Дакар. Так, вот сюда вот можно войти, да? Неизвестная территория. Давайте вот это вот место отметим на карте. И давайте посмотрим, что у нас там есть. Какой-то знак вопроса. Дакар, пошли смотреть знак вопрос, да? Интересно, наверное, будет. Что за звуки-то, мать ваша? У меня прям такое предчувствие, что сейчас какой-нибудь динозавр вылетит. Но здесь нет динозавров, это мезолита, нету динозавров. Спокойно. О, козел, блядь. Но мясо у нас вроде как есть. О, смотрите, какой-то ништячок висит. Что это там такое? Ну-ка, токарик, давай-ка с тобой посмотрим, что это за хер такая. Тут не упади. И что нам с ним можно сделать? Так, а как нам переключиться на лук, а? Вот так вот, ну-ка. Блять, против солнца ничего не вижу. Можно как-то шибить, да? Блять, а нельзя никак шибить-то его. Это совсем плохо. Так, ладно, давайте поставим дубинку. Последняя дубинка. Я понял. Блин, ну что же нам сделать с ним? Висит какая-то херотень, а сделать мы ничего не можем. По идее, я попал из лука. Давайте, конечно, попробуем. Один раз стрельнем. Ну-ка. Так, ну-ка давай, токар. Убрать стрелу. Да не убрать стрелу. Опа! Есть. А могли бы написать. Мешок полон мяса. Так, а что это такое-то? Что-то мы такое нашли. Что-то непонятно. Ладно. Дубинку в зубы и пошли дальше. Где-то там 200 метров, я так понимаю, или шагов, не знаю чего там. Короче, босоногих, наверное, шагов. Так, эти людоеды на нас не нападут, здесь интересно. Взять сланец. Окей, сланец взяли. Мешок почти полон. А как изготовить можно дубинку? Вот это я еще пока не понял. Так, мне еще нужна собака. Бинго, динго, блядь, это
чтобы нам колчан там всякий сделать. Так, где собаки у нас? Фу, что здесь было, блядь? Тут кто-то жрал корову. Или что это, не знаю, какая-то херь, короче. Опа. Где собаки-то у нас бешеные эти? Вот когда нужно, блядь, собак, как обычно, нет хера. Когда не нужно, собаки есть, на тебя нападают. Давай, токар. Вперед, токар. Так, что там пробежал такое непонятно. Не нравится мне этот звук. Ох, как не нравится мне этот звук. Лощина Фидаси. Ух ты, ебучий случай. Здесь такая вонь. Так, кто у нас здесь? Да, что-то мне не нравится совершенно это дело. На камне какая-то херь обозначена. Что как будто здесь кто-то живет непонятный. Ну-ка. Мне кажется, там этот тигр живет, блядь. Давайте так осторожненько посмотрим. Да, везде одни трупы. Пиздец одному. Блять, не попал ты, блядь, да что ж ты такой косой-то, блядь. Ой, блядь. Давай, сдыхай уже, а. Блять, как я так не попал ты, мол. Получи, зараза, блядь. Получи, блядь. Получи, сука, блядь. Тебе ж стрела, блядь, в башке торчала. Так, кусник чуть-чуть. Так, мясо, шкура, окей. Тебе-то мы хорошо так запиздячили, блядь. Хлопаньки. Отлично. Так, помойся чуть-чуть. Ополоснулся, все хорошо. Так, что мы можем еще обыскать? Деревянная стрела. Что нам дают обыскать, если здесь обыскать-то нечего, в принципе. А, вот это вот, наверное, обыскать можно. Ладно, давайте дальше смотреть, что у нас здесь. Так, а вот эта вот херня мне не нравится. Мы можем, мне кажется, здесь задохнуться. Яд. Вас могут отравить пчелы, змеи, также гнилостный испарение окружающей земли народа Уда. Кроме того, некоторые Удам будут метать вас ядовитые бомбы. Яд уменьшает ваш запас здоровья, но в конечном счете их эффект развеивается. Говорят, что где-то можно найти противоядие. Окей, нахер, я понял, туда мы не пойдем с вами. Волков мы здесь убили, давайте нахер отсюда уходить. Туда мы с вами пока пройти не можем, я не знаю, может быть, можно было как-то поджечь дубинку туда бросить, и все это взорвалось бы. Ну, давайте пока что здесь поблуждаем с вами, посмотрим, что и как. Тихо. Так, что у нас на карте? Здесь у нас бурый медведь. Бурый медведь мне не хочется, кабан. Так, вот, дикая собака у нас есть, да? Ну-ка, давайте мы дикую собаку-то с вами по пиздюлятору-то отпишем ему. Дикая собачка там нужна. Нам нужно какой-то колчан приготовить.
Что за звук такой, а? Прям не нравится мне этот звук. Что ты там крякаешь? Так, дикая собака. Где ты есть, блядь? Выходи на бой, будем драться, бульон. Собачки. Вот, смотрите, наш собак. Ну-ка, иди сюда. Все, блядь. Не будем лечиться. Ну-ка, давай снимай с нее все шкуры, блядь. Нам колчан нужен. Собаки, окей. Так. Как нам посмотреть? Изготовление. Так, вот это мы можем, наверное. Что, колчан мы можем? Шкуру дикой собаки изготовить. Окей. Отлично. Так, здесь нам что нужно? Шкура кабана. Шкура кабана. Это что? Копье. Так, давайте изготовим копье на всякий случай. Нам шкура кабана нужна. Две штучки. Так. Нет, ты что-то... Давай дубинку пока используем, наверное. Посмотрим, где у нас кабанчики находятся. Карта. Кабаны. Ага, кабаны у нас вот здесь вот. Ну, давайте походимся чуть-чуть на кабанов с вами. О, блядь, это что? Разблокируйте крюк в меню изготовления, чтобы использовать. Да, хер тебе, а не крюк. Так скажем, крюк у нас пока мы не можем его использовать явно. Маленькие мы еще пока маленькие. Так. Ночь. Ночью темно и опасно. Видимость падает, а многие хищники выходят на охоту. Совершайте ночные вылазки, чтобы искать уникальных зверей, растения, коллекционные предметы. Как поджечь оружие, мы знаем с вами. Окей, ну что-то я ночью не хочу пока ходить. Давайте-ка по-быстрому куда-нибудь к нашему лагерю доберемся. Блядь, звуки пиздец. Эй, ты кто? Сейчас какой-нибудь тут медведь вылезет, блядь. Не стучит нам по самой не балуйся. О, волки там бегают. Стемнело-то, а? Совсем все плохо. И не думал, что так быстро здесь темнеет. Прям хоба, и все, и темно вообще, блядь. Так, здесь там никто, блядь, не живет в этой реке-то, блядь, ночью. Сейчас какие-нибудь крокодилы вылезут еще. Да ну не нахер. Так. Можем как-то быстро переместиться сюда? Ну-ка. О, да, можем. Отличненько. Мы с вами в лагере. Давайте, я думаю, поспим, да? Принять, спать до рассвета. Да? Давай, давай. Ох, да, давай. Хорошо, спим. Тепло, уютненько. Хорошо. И сейчас с вами пойдем за кабанятиной. Так, Токар, давай, дружище, вставай. Все, хватит, блин, ты уже все проспал нахер. Все кабаны разбегутся. Насата, браштар. Чего? Диджам, урусис, маджиш, Токар. У диджам, шамби, пачи, хауча, хамаш, пашта. Ну, ты меня научить чему-то, а как тебя научить? Что-то там было поговорить, и все, и на этом закончилось. Я хочу с тобой поговорить, ты меня научи там делать карты или чем-то такое-то. Ну ты же сказал, что научишь меня. Нет, все, передумала. Ну, такие они женщины, блин, коварные у нас. Мезолите. Так, ладно, друзья мои.
Нам нужно с вами кабанятина. Пошлите на охоту за кабаном. Так, для этого, я думаю, поставить лук, да? Изготовление. Что изготовить-то можно? Ага, можно стрелу изготовить. Прочная древесина. Давайте по полной, наверное, изготовим. У нас все равно там как бы хватает. Древесинку нужно собирать. Ну хорошо, мы сейчас с вами стрелы как бы изготовили. Будем собирать с вами всякие там палочки, хералочки. Короче, будем выживать в этих условиях. Где наш не пропадал. Ну, думаю, что у нас все будет хорошо. Не залить палок полно. И все будет у нас very nice. Сейчас мы тут кабанов найдем с вами. Так, опять эта херня висит. Так, вот это вот мы возьмем. Здесь ольху. Ольха. Прочная древесина. Окей, вот видите, что я в принципе говорил. Что у нас этого добра с вами достаточно. То есть стрелы у нас всегда вот с вами будут. Так что можно не переживать. Так, мне нужно забраться наверх, да? Окей, сейчас заберемся. Опаньки. Так, где нам лучше забраться? С той или с этой стороны? Мне кажется, с той будет попроще. Да кто там такие, блядь, за звуки-то издает, а? Мне прям интересно. Так, тихо. Кабанчики. Мы идем к вам в гости. Вы нас ждете? Так, хрюшечки. Хрю-хрю. Где вы есть, блядь? Так, это он кто там, свинья стоит или кто, или что это? А, нет, это просто камень какой-то. Так, так это что здесь? Понятно. Так, пиздец собаки. Нам нужна кабанятина. Кабанчики, вы где, блядь? Блядь, ни одного кабана не вижу. Че, все кабаны, что ли, разбежались? Или это, сука, собака всех прогнала отсюда? Так, а вон там кто у нас? Так, я слышу, кто-то где-то хрюкает. Я явно слышал, что где-то что-то хрюкало. Кто где хрюкает? А, вон она, свинья. Свинья ходит. Тихо, 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 тихо. Главное свинью не спугнуть. Хуяк. Блядь, ты куда? На меня что ли? Смотри, что делает, а? Ты сдохни уже, а. Сдохни, сказал. Сдохни, блядь. Блядь, не дохнет, смотри, блядь. Ну-ка, стой, блядь. Все, подохла? Ну-ка, сдавай. Шкура кабана, получено. Получили мы точно ее? Да. И нам нужно еще одна кабана с вами замочить. Я так понимаю, чтобы нам изготовить это. Что у нас там? Мешок охотника. Приман, кусков мяса, что-то еще, короче. Да, нам нужно еще один шкур кабанчик, еще одного. Так, хрю-хрю. Хрю-хрю-хрю. Где-то есть хрю-хрю-хрю. Прикольно, мне нравится эта игра однозначно. Всем советую данную игрушку. Купить ее можно с офигительной скидкой в магазинчике. В нашем магазинчике скину ссылочка, где можно купить, будет под данным видео. Так, что у нас здесь хрюкает-то? Блять, прибежал свинья. На тебе, блять, на тебе, сука. На тебе, блять, сдохни, блять, сдохни. Куда, блядь, я тебе столько уже, блядь, поэтому, блядь.
В носопырке твои настучал. О, все, бля, подохло. Отлично. Шкуры кабана. И теперь мы можем с вами мешочек вот этот вот изготовить. Обалденно. Так, что у нас? Перья, чтобы улучшить. А здесь что? Пещера Такар, южный камень. Короче, ничего пока улучшить не можем. Окей. Так, давайте посмотрим на нашу карту. Деревня. Деревня, что это такое деревня? Заблокировано, короче. Численность виджи можем посмотреть. Мешок, что у нас есть. В принципе, давайте я вам меню покажу, что вообще есть в данной игрушке. Помощь, ой, помощь, блядь, читать. Нет, помощь мы не будем читать с вами. Мы и так с вами умные. Навыки, навыков у нас 0 пока. Понятно. Изготовление, мы с вами все изготовили. Карта, ладно. Давайте смотреть на карту, что у нас здесь есть. Неизвестная территория. Откройте уникальное место и познакомьтесь еще с этим уголком Уруса. Награда, опыт, контрольная точка. Я думаю, что пойдем сюда. Блять, опять эта собака гребаная. Которая мне сейчас уже не нужна, не хочу с тобой драться. Блять, тут еще кабан, блять. Идет меня. Идет, сука такая. Хочу с тобой биться. Вот, смотрите, блядь, сейчас загрызут свинью. Что, блядь, свинья, не надо было нападать на меня. У меня здесь собачки есть. Собачки меня хоть как-то, но охраняют. Отлично. Ладно, давайте двигаться дальше. Так, крюк. Крюк мы пока не можем использовать с вами. Поэтому как-то нужно пойти в обход. Но как туда пойти в обход? Все-таки придется спуститься, наверное. Я пока еще не знаю всю эту территорию. Как бы вместе с вами изучаем. Там свинья орёт. Сейчас тебе свинья там загрызут тебя. Многие мне в личных сообщениях спрашивают, как оптимизация на ПК. Друзья мои, оптимизация обалденная. Никаких фризов, ничего. То есть игрушка полностью сделана классно. Еще раз напомню, можете также купить эту игрушку с огромной скидкой. Как я это сделал, ссылочка будет под данным видео на самый лучший магазинчик. Блять, собак сколько? Ёпта, блядь. Блядь, откуда здесь столько вас? О, все. Видишь, раскусались, блядь. А так, кто тут еще, блядь? Ага, ты еще тут, блядь, бегаешь, блядь. Псина, блядь. Я ж тебе сказал, меня охранять нужно, а не кусать меня. Что ж ты, блядь, такая непонятливая, блядь? Все вы меня куснуть и куснуть, а? Из-под тишка так, блядь. Ну, ладно. Мы сейчас возьмем шкуры, возьмем миска, покушаем. О, а это кто? Это кто? Это что, медведь, что ли? Не, с медведями не хочу биться. Ну и нахер с медведем биться. Не хочу. Так, что у нас можно изготовить? Изготовление. Так, мешок улучшить. Ага. Отлично. Мы с вами улучшили мешочек. Смотрите, там, блядь, медведь жрет, блядь, что-то. Так, а если мы сейчас тебя попробуем в чекалдын, тебя херакнуть, интересно, ты сдохнешь или нет? Ну-ка. Все-таки шкура-то, наверное, у него ценная. Опа. Ой, блядь, хуёвая затея. Ой, была хуёвая эта затея, блядь. Он спокойно жрал ягоды, а мы взяли его. Блядь, за нами бежит, а? Блядь.
Блядь, за нами бежит, честно, по пистолету рот наваляет. Ой, блядь, херово, я... Да. Как я и сказал, была плохая эта затея. Так, надеюсь, у нас все сохранилось с вами, что мы с вами улучшили. Да, в принципе, все сохранилось, все окей. Эй, ты меня будешь учить-то? Такар. Чего? Хузбас уинджатан хичлауан. Накуайда шанчирш. Ты у нас всю ночь слышишь, блин, шаманка-то наша. Так. Ну что ж, первая смерть. Первая смерть. Ну, я так и думал, что не нужно было нападать. Так, неизвестная территория, нам сюда. Давайте, я думаю, по-быстренькому переместимся туда как-нибудь. И теперь мы поняли, что не стоит нападать на медведей. Хотя я думал, что он там может истечет там крови какой-нибудь. О, блядь, крысы бегают. Ну, хер тебе там. Медведей так просто не завалить. Хотя, не знаю, может, у кого-то там получится. Пытка, не пытка. Можно, конечно, было побегать там его стрелами, там какими-то побить его. В принципе, можно, мне кажется, завалить его. Ну, я не буду пока с ним биться. Тем более, нам он пока не нужен. Я не видел, чтобы что-то нам нужно было для изготовления там шкуры медведя. Так что он нам пока не нужен. Блять, кто-то там орёт, блять. Может, там наш медведь дохнет. Смотрю, сейчас херакс и медведь подох. Так. Ну-ка, блядь, давайте быстро. Ты всех поймаю. Блин, звуки в игрушке просто обалденные. Как будто ты прям находишься на самом деле в этом мезолите. Игрушка сделана просто на славу. Мне нравится, друзья мои. Кто это? Блять, я просто не знаю, откуда звуки идут. У меня в наушниках звуки повсюду, мне кажется. Так, эта карта здесь заберешься у нас? Давай, давай, блядь. Ну да что ж ты, блин? Не можешь, да ну ладно, хер с тобой. Пойдем в обход. Как раз здесь палочки соберем для стрел. Давай. Хопаньки. Отлично. Мешок почти полон. Я понял. Высоковатенько, мне кажется, да? А, тихо. Вон там какие-то лианы были. Я думаю, что по лианам можно спуститься. Что-то, блядь, а как же мы сюда попали-то, блядь? А как нам вверх теперь? Ебень. Можем мы разбиться с вами. Слава богу, что все обошлось. Камни потерянных. Давайте посмотрим, что это за камни такие. Вот так вот наши камешки выглядят. Так, а здесь кто-то спал, или что-то как будто гнездов как чья-то. Камушки, смотрите, как стоят. Все у нас великолепно, все по феншую. Так, а там оно что? Мне кажется, ли мне на карте я вижу какой-то мешок. Что это за мешок, как его взять?
Что это? Вроде как будто что-то есть. А вроде как бы и нет. Но показан мешок. Ну-ка. Ктакар. Короче, я не понял, что это такое, но показан мешок. Так, ладно, давайте двигаться дальше. Кострище на Куте. Вперед. Пойдем сходим теперь к кострищу на Куте. Посмотрим, что там за на Куте такая. Еще эти людоеды, блядь, не показались. Слышите? Вот про что я и говорил. Что они где-то здесь есть, блядь. Холда, холда, блядь. Че там холда, холда, блядь? Давайте дубинку выберем и все. Что у них холда, холда. Сейчас мы им устроим там холду. Так, кабан где-то пробежал. Ну ладно. Мы сейчас попробуем по стелсу. Если там кто-то будет, не будем привлекать внимание. Так, залезли в траву. Из травы смотрим. Вроде никого. Ладно. Блять, тут носится там. О, волк. Ладно, волк, ты там гоняй это, блядь, мясо свое. Мы тебя не трогаем. Ты нас не трогаешь. Мы с тобой одной крови, блядь. Это было в Маугли, да? Мне показалось, что это вообще бегемот какой-то, блядь. Рот открыл, блядь, я же испугался. Ну вот, блядь, я же сказал, блядь, не трогай меня, сука ты. Ну что, волчок? Получай, почекалдына. Получай, я сказал, блядь. Нам хоть дашь. Ух ты, бля, какой лось побежал, а? Смотрите, какой лось. Обалденно. Сигнальные костры. Сигнальные костры отмечают вашу территорию после того, как вы их захватите. Зажигайте сигнальные костры, убив врагов поблизости, чтобы захватить их для своего племени. Захваченные сигнальные костры разблокируют точки быстрого перемещения и позволяют отдыхать в безопасности, открывать доступ к тайнику. А, отлично, я понял. То есть это наши как бы аванпосты, которые мы должны захватить с вами будет. Я понял, сейчас захватим. Подождем, захватим. Кострище на Куте. Местоположение обнаружено. Оху-ху, вау, вау. Так, мне нужно поджечь это дело сюда. Как его поджечь? Опаньки. Кострище на Куте. Захват сигнального костра. 1.16 захвачено. Наград 40 очков топота. Быстрое перемещение. Захваты сигнальные костры, вражеские аванпосты, вы разблокируете новые точки быстрого перемещения, позволяющие путешествовать по игровому миру. Вы также можете быстро путешествовать в вашу деревню, чтобы строить или улучшить хижины. Быстрое перемещение, нажмите ТРТТ. Вот. Нажмите ЛС и выйдите костер, аванпост или вашу деревню. Выберите быстрое перемещение. Это все понятно. Новые жители. Вот. У нас уже кто-то живет. Давайте какой-то это красный лист с вами съели. Так, здесь еще можно отдохнуть. Забраться. Куда забраться-то? Ну-ка. О, ну как. Такая лежаночка-то, это хорошо. А это что? Обыскать. Ну-ка. Жир зверя. Понятно. Это нам, чтобы дубинку нужно было поджечь. Так.
Затушить-то как-то можно? А, вот, погасить огонь. Отлично. Блин, дубинка-то у меня сгорелся. Я вот не знаю, как эти дубинки-то изготовить-то еще можно как-то? И у нас не хватает там что-то, чтобы изготовить. Так, изготовление. Давайте посмотрим. Дубинка. Так, стой. Что? Выполнять сюжетное задание, чтобы разблокировать этот предмет. Заблокировано? Ладно. Вроде мы его как сделали, но он почему-то заблокирован у нас. Хрен поймешь, в этом не залить что. Так, давайте посмотрим на карту. О, помощь Виджа. Сопровождение. Проводите группу Виджа в безопасное место. Сложность низкая. Награда, прирост населения, дополнительное очко. Угу. Ну а почему бы нет? Давайте попробуем. А здесь что? События Виджа. Спасение. Убейте захватчиков и спасите захваченные Виджа. Награда, опыт, контрольная точка. Давайте сначала тогда вот это вот попробуем. Потому что это поблизости вроде как. Тихо. Можем с вами попробовать по стелсу это сделать. Так, где тут еще один, блядь, был? Раджам, блядь, вот тебе, блядь, проджамы, блядь, и еще тебе, блядь, по щам, блядь. Ух, нихера себе мамонт ходит. Мамонт нам не нужен. Чего, Дочамария, блядь? Дочамария, блядь. Сейчас мы тебе, блядь, перенести тело. Обыскать. Так, стой. Иди туда. Тасу Виджа. Хороший Виджа. Виджа тебе спас. Давай. Херач к нам в деревне будешь помогать. Ну, вы житель деревни, плюс один население. Окей, отлично. Да что ты на них смотришь-то? Ну, давай, ладно, помолись там, отпой там все, блядь. А потом только в деревню, не забудь, я тебе зачем спас-то? Длинный горшок, это нам, в принципе, ничего не надо. Так, тело нам тоже нужно переносить, смотрим на нашу карту. Так, сопровождение. Нам нужно вот сюда вот. Чего? Ванам. Какую пизду ванам? Ну как ты вас спуститься-то, блядь? Ну-ка, ванам. А ты кто ванам такой? Ты злой, наверное? Ванам. Квайса. А, не, ты можешь наш? Где мы с вами есть вообще? Так, нам нужно вот сюда вот идти. А это что такое? Это, блядь, какие-то звездные врата у нас. Смотри, сейчас мы туда пройдем, блядь, и переместимся в какую-нибудь другую эту, блядь. Измерение, блядь. О, блядь. Ебана вашу мать. Так, блядь. Кто тут еще? Где кто, блядь? Где ты есть, блядь? Ну-ка иди сюда, блядь. Стрелок ворошиловский, блядь. Мы, блядь, злые Виджа. Не нужно нам, блядь, с нами спорить. Так, ладно, волка убили. Где-то еще есть Виджа. Смаркака. Да, вот именно, Смаркака, блядь. Чё там, кто там?
Че так, блядь, смар кака? Так, здесь у нас мамонты ходят. Че там такое, кто там бегает-то, блядь? Смар кака. Интересно, мамонты нас не будут убивать? Мы хорошие, я вас не трогаю. Мы с вами одной крови. Мне просто нужно туда пройти, мимо вас. Как это сделать? Давай быстренько. Не трогаем наших больших пушистых слоненков. А то там будет такая смаркака. Что, блин, смаркака всем смаркака, блядь. Так, кто тут? Что делаешь-то? Джабарва, Шварман Сухим Хаплаха, Халху Винджа Мазгарш, Ума Сакуи, Ханава Тарстам Гвашмас. Ну, доберитесь до группы Виджа и поговорите с ними. Ага. Сила Яудан. Короче, кто-то обоссал всю воду, насрал туда, блядь, и там все протухло, я так понял. Вся вода. И теперь нужно другую. Себе место найти, где вода хорошая будет. Так, смаркака. Шепчущий грот. Так, да хорош ты плакать-то. Пошли к нам в деревню, у нас там вода хорошая. Так, ну-ка. Сопроводите группу, ну пошли. Байшан. Пошли, чтобы вас не сожрали. Всем поможем, всех спасем. Ну-ка, дай-ка мне вот это вот. Это вкусное, наверное, растение какое-то. И, блядь, вот тут что это делать, да? Ваша мать. Ну-ка, лечить быстренько меня. Вкусника. Вот, все. Давай-ка обыщем его. Шакуэ, шакуэ. Че шакуэ-то, блядь? Кто шакуэ-то? Так, ну пошли дальше. Ну-ка дайте мне вот это вот пожрать. Чего? Чего такар? Так, кто тут, блядь? Там что такое, блядь? Ты что тут делаете, блядь, а? Да я просто какой-то этот мид-кач, смотрите. Прям выстрел в голову этим копьем. И, блядь, прям хорошо мне получается. Я, наверное, блядь, в прошлой жизни жил тоже, блядь, не залите. Чего? Кушанти бещонти какого? Я хер поймешь, что вы говорите, блядь. Ну, короче, нам двигаться вперед, я так думаю. Шантитаж? Что такое шантитаж? А, блядь, еще эти черти. Так, что-то до хера очень. Че, все, блядь? Ташучил, блядь. Вот, я сказал вам, ташучил. Ташучил, я всех учил. Не нападайте на Виджа. Тем более мы хорошие Виджа, да? Так, ну пошли дальше. Так, сколько вас вестит еще нужно? Бумбашка. Бумбашка? Какая тебе бумбашка-то?
бомбашка. Что, друзья, мы всех спасли, бля. Я же сказал, что мы всех спасем. Че это? Новые жители. О, мы что-то установили какой-то тотем или зубы, я хер знает, что такое. О, да, сегодня будут пляски. Ну что ж, друзья мои, на этом мы закончим очередную серию нашего прохождения. У нас открылся тотем духов. И за кадром мы здесь повеселимся. А с вами уже увидимся в новой серии. Всем спасибо за просмотр. С вами был Неозар. Ну а я буду пока развлекаться. Всем удачи, всем пока-пока.